Девчоночки, привет! Как ваши дела? Все хорошо у вас? Ой, девчонки, в общем, я получила 18,5 килограммов и решила с вами распаковать. Ну, правда, вот все в разных пакетах. Я вам скажу сразу, это посылка из Бишкека. Глина и мел. Но у нее был путь такой: Бишкек-Москва, Москва-Анталия, Анталия-Анкара. Потому что другого пути не было никак. Вот, будем. Я, в общем, здесь уже все это дело поставила, немножко открыла. Ну, тут у меня, я так поняла, это у меня очень давний заказ. Вы знаете, я даже не помню, когда это я заказывала. Здесь у меня вот так вот. Ага. Ой, вы знаете, ность, нежность, ность, думаю, это нежность, мел, да? Маленький можно попробовать. В общем, побелка. Вот такой запах первоначальный. Ну, тут у меня вот эти вот понемножечку, это точно я помню, заказывала давным-давно. Они там еще лежали, не помню даже сколько месяцев. Очень странно. Вот этот мел. Просто даже нету названия, девчонки. Нет, есть. Это Маломихайловский. Вот так вот. Вот этот пакет порвал. Это первый заказ мой еще песчанки давным-давно. Девчонки, продолжение песчанки. Там 1,5 килограмма было. Здесь, наверное, я думаю, 0,5 кило есть. А вот. Столько видов, я думаю, мне это хватит надолго. Это, я думаю, уже глинки. Ой, девчонки, что-то прям такое, цвет-то какой. Каша у нас будет. Ой-ой-ой. Сейчас я вам эту красоту покажу. Смотрите, какая прелесть. Правда? Вот две такие глыбы. Да, название. Вон. Маша, название будет, наверное. Вот искать. Это красный. Вот так вот. Сюда пока поставим. Название. Глинка красная. Так, это у нас, наверное, я так думаю. Ой, этот цвет уже такой серый. Вообще не... Ну, вот так. Это у нас вот такая вот
красота. Название будем искать. Фисташка. Вот. Здесь у нас уже пакеты порвались. Пока проделали такой долгий путь. Ну, это что-то такое. Это у нас все сейчас идет для пасты, потому что я не ем так, вы знаете, крем, кроме желтой. И вот такая вот красота. Горные кусочки горной породы, да? Так, это у нас ой, девчонки. Почерк. Вот надо писать печатными, наверное, чтобы всем было понятно, правда? А я просто уже даже не помню, что заказывала. В общем, это тоже какая-то, но я еще... А, это голубая написано. Голубая. Голубая, киргизская. Это все киргизские. Глинки. Не мел. Так, это у нас... Ну, вас задерживать не хочется, конечно. Будем рвать. А что делать? Хотелось бы развязать. Вообще не очень люблю рвать пакеты. Ой, девчонки, это продолжение наших белых вкусняшек. Думаю, пусть будет разнообразие. И это Анна. Так, это у нас, девчонки, прошлый прямой эфир, да, даже прям смешно говорить. Хочется еще прямого эфирчика с вами пообщаться. Это у нас Знаменский. Тут два таких куска. Вот. Хочу прямой эфир с вами. Ой, боже мой. Давайте сделаем, наверное. Завтра я точно не могу. Думаю. Завтра или послезавтра, да? Послезавтра. Да. Лучше, может быть, завтра. Как вы думаете? Напишите мне, пожалуйста. Почему вот такие пакеты не хотят вот открываться? Ой, девчонки, здесь что-то вкусное, нереально. Это вроде то, что я люблю. Господи, ты, боже мой, какая прелесть. Вот так. Ой, запах. Это наш Туркестан светлый. Вот знаете, я все-таки решила его есть вот так. Не делать с водичкой. Природа такие вкусняшки нам дает.
Вот это. И вот такой кусок. Семечко. Только сам светлый, который я могу глотать, он вкусный в сухом виде. Для меня. Ой, что такое? Девчонки, я не помню здесь, что у меня еще из Москвы тоже что-то есть, что ли? Да нет. Ой, ужас. Это у меня... Это у меня Чуйска. Заказала, наверное, как будто на 5 лет. Будем теперь с вами есть и есть. Я слышала просто Чуйская, что она очень вкусная. Экран вам закрыла. Ну, вот. Мои зарубежные зрители, вы не любите, когда я говорю, но это я ознакомливаю с посылочкой, поэтому приходится разговаривать. Боже мой, какая девчонки посылочка. Просто. Просто. Господи, просто вот такая. Ну, я так думаю, килограмма. Ой, три с чем-то. Может быть, я уже не помню, сколько я заказала. Ну, вроде 3 килограмма точно есть. Угу. О, азан. Не любители, пожалуйста, извините. А то мне уже писали, возмущались. Немного плесенью отдает, видать, ей надо еще постоять. Действительно вкусная, девчонки. Чуйска, она структура одинаковая с Туркестаном светлым, то есть по структуре, а по плотности Чуйска плотнее Туркестана светлого. А вкус, ну такое ощущение, что соседи. Ну, не прям близкие соседи, так, через два дома. Ну, вы меня поняли, да? Вот. А еще есть вот такой пакет, который заставит, наверное, меня просто встать, потому что он какой-то... Либо рвать его, как рвать. Ой, он сейчас весь рассыпется. Прям не знаю, это как-то вот так. Короче, девчонки, насорила
как будто у меня есть кому убраться, да? В общем, надо все пакеты менять. Так, это у меня мелочек, безе. Ну и здесь еще кусочки такие небольшие. Вот это у меня вот этого побольше. Как-то вот, наверное, думаю, тут есть килограмм или больше. А название? Название «Белая гора». Девчонки, уже не буду туда-сюда это двигать, потому что пакеты разорвались на нет. Надо сейчас все поменять пакеты и, в общем, привести порядок. Это у меня сластена 2. Ну и там еще один кусочек есть. Это у меня еще Севрякова. В общем, такие куски. Севрякова, девчоночки. В общем, много, я так смотрю. У меня там же еще тоже есть, помните? 2 килограмма Севрякова у меня там есть еще. Ну, мы с вами его поели, но все равно где-то около 2 килограммов есть. И это у нас храповский. Ну что? Мы попробуем сделать из чукской каши. Я не знаю, смогу ли я ее глотать или нет, не знаю. Остальные глины точно я не могу глотать. Туркестан светлый. Я буду глотать только в сухом виде. Но кашу не буду из него делать. Он в сухом виде очень вкусный. А вот насчет чуйской, в сухом виде можно глотать. Не в больших количествах, я думаю. А в мокром еще не знаю. Вот. Красная есть у нас. Фисташка. И вот этот, да, еще какой-то, не помню. Название. Ну, это тоже... Не буду глотать. Ну, в общем, вот так, девчонки, милые мои, родненькие, сладенькие мои малепусечки. Вот это вообще красота, правда, смотрите. Ой, ну вообще, это же что-то с чем-то. Шедевр. Природный шедевр. Вот. Обалдеть. Ну, в общем, ждите, девчонки, видосики с поеданием. Сегодня будет. А сегодня, наверное, погрузим просто мел сухой, да? Как вы думаете? А потом там уже опять будем делать кашки с глинками. Ну, у меня там есть еще глинка, каша. И еще там мрачная есть. Но ее тоже надо снять все-таки. Ну, как-то ее надо уже. Дагестанская. Глина. Ее тоже сниму видео. Глотать не буду, сразу говорю. Без возмущений. Пожалуйста.
Ну, я сниму. Просто вот этот смак, да, посмотреть так. Ну, в общем, так, девочки мои. Спасибочки вам. Люблю вас, целую, обнимаю. Ценю, уважаю. Берегите себя, своих близких, родных. До встречи. Ой, надо Маше дотянуться. Сейчас, подождите. Пока-пока.